праздничный день каждый ребенок найдет себе занятие по вкусу. Особо хочется отметить тех ребятишек, которые даже в праздник не расстаются со спортом. В бассейне «Дельфин» города Видное воспитанники центра продемонстрировали свои навыки в плавании и отметили Международный день защиты детей. Традиционные соревнования по плаванию, посвященные Дню защиты детей, порадовали участников, их тренеров и, конечно, многочисленных гостей. Праздничная атмосфера в центре «Дельфин» все же больше настраивала на развлечения, нежели на серьезные состязания. Каждому ребенку хотелось устроить праздник, чтобы они знали, что мы их любим, чтобы они все вместе были. Это их день, это их праздник, поэтому все участники должны были получить любые призы. Более 300 участников в возрасте от 10 месяцев до 16 лет совершали заплывы на 25 и 50 метров вольным стилем и кролем, демонстрируя свои навыки. Самый трогательный заплыв – мама и малыш, а местами папа с ребенком удивлял и покорял сердца. Эти крохи, которые еще не умеют разговаривать, уже совершали свои первые победы. В детский праздник участников пришли поддержать их друзья, родители, бабушки, дедушки. Так тепло они согревали своими улыбками, что волнение ребят постепенно сменялось уверенностью, и юные пловцы спешили покорять новые высоты. Мы уже с 2 лет сюда ходим, уже участвовали в 3 соревнованиях. Кирилл, очень нравится. Я занимаюсь серьезно с 7 класса, то есть 4 года. Ну, очень серьезно. А результаты я добилась с 1-го взрослого разряда. Сейчас пытаюсь добить кандидата. Не зря столько ребят отдают предпочтение именно плаванию как виду спорта. Заметно у него улучшилось дыхание. Вот. Поэтому в речке плавает очень хорошо. Ныряет. Нырять любит. В ванной прям ныряет, дыхание задерживает. Ну, во-первых, дает спортивную подготовку, организованность. Вот мы сейчас учимся, у нас уже очень строгий режим дня, что нам очень помогает и в учебе, и в жизни, и в спорте. Ни один из участников соревнований не ушел без сладкого приза. Малыши от 10 месяцев до 2 лет получили значки «Умею плавать», похвальные листы и ценные подарки на рукавнике. Дети от 3 до 5 лет награждены медалями, значками «Умею плавать» и грамотами. Каждый победитель в своей возрастной категории получил заслуженные награды. Те медали, которые сегодня были разыграны, они именно спортивного результата. Они, хотя у нас дети занимаются и в оздоровительных группах, и в спортивных, но, конечно, эти результаты очень достойны. Участие в таком турнире, конечно, важнее, чем победа. Ведь в праздник всем хочется веселиться. И судя по счастливым глазам ребят во время занятий плаванием, это отличный шанс прекрасно провести начало летних каникул в дружественной стране «Дельфина». Лариса Вольнова, Олег Федоров, Елена Кошелева. Видное ТВ.